Петропавловске-Камчатском у нас завершается строительство знакового объекта образования, долгожданного нового корпуса школы номер 33, любимой, одной из лучших в городе. Сейчас строительные работы уже подходят к своему завершению. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, с задержками по доставке, к 1 сентября школа должна быть открыта. По этой теме сегодня дал все необходимые поручения. В данном случае недопустимо повторение ситуации, которая по другим объектам была, когда плановые сроки сдвигались. Мы поставили перед собой задачу, она будет выполнена. И сегодня под ответственность и строительного блока, и подрядчиков мы все решения приняли. Могу сказать, что это будет действительно современное здание, которое, уверен, станет новым шагом к развитию образования в Петропавловске. Ну и отдельно хочу подчеркнуть, что здесь же заработает предуниверсарий, совместный проект с Сеченовским университетом. Его инициатором была Ирина Анатольевна Яровая, которая сама выпускник 33-й школы, и можно сказать, что это такая ее инициатива как выпускника школы. Очень рад, что тоже он сейчас уже ближе к своему запуску. Он позволит нам готовить медицинские кадры, начиная уже со школы, здесь, на Камчатке, готовить ребят к поступлению в лучшие медицинские вузы, ну и потом, конечно, обеспечивать условия возвращения на Камчатку уже в качестве профессиональных медиков.